В Хабаровске вовсю идет ремонт трасс. В этом году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» должны были отремонтировать 44 километра дорожного полотна. Однако исполнители выполнят больший объем работ, а это значит, еще несколько участков дорог восстановят. Как такое стало возможным, узнаем из сюжета Павла Егошина. Чем больше сделан, тем лучше. С утра до вечера рабочие ремонтируют дороги во всех районах Хабаровска. На Амурском бульваре трудятся в усиленном режиме, чтобы поскорее освободить трассу для автолюбителей. Что водители говорят? Да водители, если нормальные водители, они понимают, а если они ненормальные, они не понимают. Нормальные говорят, что выражают благодарность. На сегодня рабочие отремонтировали 25 участков дороги в разных районах. Всего к концу октября должны сделать 41 объект. Сейчас в асфальт закатывают трассы на улицах Дончука, Вяземская, Сигнальная, Кочнева, Суворова, Знаменщикова, Выборгская и Панфиловцев. В этом году план намерены перевыполнить. Изначально в рамках национального проекта предстояло отремонтировать 44,3 километра. Потом в рамках выявления экономии средств были определены еще 8 объектов, и общая протяженность объектов увеличилась до 48,5 километров. Деньги на 8 объектов появились благодаря двум факторам. Часть удалось сэкономить во время торгов, часть с помощью перераспределения средств, направленных на составление документации для ремонта улицы Тихоокеанская. Проектная документация на улице Тихоокеанская была составлена некорректно. Подрядная организация, с ней был расторгнут муниципальный контракт, и подрядная организация была добавлена в список недобросовестных поставщиков муниципальных услуг. Проект реконструкции Тихоокеанской закажут в этом году. Дорожная техника сможет зайти на улицу в 2020-м. Павел Егошин, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.